فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وولاهم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وعينا تبكي من خشيتك يا رب العالمين. يا الله براتيا يستأيس جتال نوش برات إذا الله عز وجل قريت يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يوم التبصرة когда есть فكشفنا عنك غطاءك, когда наступит момент смерти, Аллах открывает покрывало, и человек начинает видеть, на истинном он был или на ложь. Начинает видеть то, что он не видел. Видит ангелов, видит другой мир, видит макадаху фил джанна ау фил нар, видит шайтанов. Это когда кашафна, момент смерти. А есть момент табсира. Табсира, когда Аллах Азза ва Джалля уже откроет. Другой момент в судный дня, когда ангелов начинают показывать тебя, юбассарунаму. Где Аллах в другой суре, в суре Аль-Калам говорит, фасату бисиру ва юбсирун. Поистине, Мухаммад, ты увидишь, и они также все увидят. Каждый из них увидит, на чем он был. И на истине он был, или на религии своих предков. Как сейчас я отправил вам одну там, такой один клоун, да, который там сидит, говорит там, наша религия, религия наши предки, как они нам оставили, так и мы будем соблюдать, исследовать за их путь. Если ваши предки были там агнобоклонник, или там, не знаю, поклоняли шайтанов, или солнца, или дерева, это говорит то, что я буду поклонять это предка. У Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, альхамдулилля, его предка был его дедушка, даже Абдул-Мутталиб, который пришел к кому? К Ибраха. Сказал, «Аммаль ибель фа ана раббуха». Вот это верблюд, вот это стадо, я ее хозяин, я за нее отвечаю. «Ва аммаль байт фа лаху раббун яхми». А вот этот дом Кааба, есть раб, Господь, который защитит. Как бы не было испорчено акида у них, как бы не были они мушриков, его предки, но у них остатки акида были. Это дедушка Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. И бра-бра дедушка, и его отец, который никогда не поклонял камень. И Исмаил, алейхи салям, и Ибрахим, алейхи салям. Это бредка Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Это самые лучшие люди, которые были. Поэтому Аллах именно выбрал Мухаммад из-за этого места, из-за этого дома, из-за этого тухом. Потому что у них как бы не было. Долгое время не было, промежуток времени не были посланник, но была акида у них. Уповались на Аллаха. Даже будущих мушриков. Да? А здесь какие бредки оставили? 60-70 лет назад, 100 лет назад, возьмите на Кавказе, возьмите татары, возьмите любой нации, которые здесь жили. Как женщины были. Даже я захожу в Москву, там, в кафе, где там, Табасаранский кафе, не знаю, Лизгинский кафе, любой кафе, который захожу, там оставляет фото там, да, дедушка. Дедушка бородатый был. Бабушка была в хиджаб. Валлахи, даже в никаб некоторых фото. И там работают сестры, которые вообще не покрыты. Понимаете? И говорят, наши бритки так не были. Ну, смотрите хоть на фото. Смотрите реально ваши бритки, какие были. Мужчина был бородатый, женщина в хиджаб, уповались на Аллах, стояли за истинным, щедрость был. Остатка осталась из этого, ничего не скажем. Понимаете? Но люди сейчас враждуют именно с религией Аллаха, Азза ва Джаль. И говорят, те люди поклоняют, вот один говорит, поклоняет рука Аллаха, нога Аллаха, место для Аллаха, это Аллаха. У них даже намаз не принимает, и Коран не принимается, хоть если целый день будет читать. Аллах говорит в Коран, в сурат Аль-Калам, в сурат Аль-Камар, «Сая'лямуна гадан». А? Ман что? Ман что? Правильно говоришь? «Ман иль-каззабу аль-ашир сая'лямун». Это в чтении Хавс и Ахли Аль-Мадина. А в чтении Кофа и в другой чтении «Сата'лямуна». «Сая'лямуна» они будут узнать. А «Сата'лямуна» вы сами будете узнать. «Гадан».
Гадан это не только в судный дня гадан. Гадан это когда наступит, это брасамуд, брасамудити. И про любую община, которая идет против посланника Аллаха и против Аллаха. Аллах говорит, саяламуна гадан. И сатааламуна гадан. Вы будете узнать, они будут узнать, что они будут знать гадан, когда наступит момент наказания Аллаха. Аллахи настигает мусульманин сейчас наказание Аллаха. За то, что они отвернулись от шариатов, от сунна, от религии Аллаха, от мусульманских нрав. Настигает их сколько наказания, сколько унижения сейчас вокруг мусульманин. Ну а что мы можем делать? Сестры, а что мы можем там делать? Братья, а что мы можем там делать? Оправдание такое. Что ты не можешь делать? Даже у тебя дуа, ты не уверен. Самое сильное оружие у мусульманин, у верующих дуа. Даже мы не уверены в свои дуа, потому что мы не уверены в себя, мы не уверены в свои убеждения, мы не уверены в свой Господь, мы не уверены в свой риск, который мы зарабатываем. У нас нет уверенности. А говорят, нету. Аллаха нельзя сказать, Аллаха там где-то, сидит на что-то, рука Аллаха, нога Аллаха, посланник Аллаха даже толкование аят не сделал. Этот человек просто он не читал хадисов и не видел, и не знает, как. Аллах зашел к ребенку, говорит, айн Аллах. Рабина, она где сказала? Фиссама. И показала, фиссама. Он говорит, «Атыкха фа иннаха му'мина, не муслима, верующий». Эта девочка верующий знает. И Аллах говорит, «Аминтум мам фиссама». Вы живете в безопасности от Аллаха, который на небеса. И Аллах Аззаваджали говорит, «Ва фиссамаи ризкукум». Ваш риск на небеса, вам это адун. В другое чтение именно этот ай, Аллах говорит, вафис самаи разикакум. Того, который дает вам риск. Кто нам дает риск? Аллах. И в чтение это вафис самаи разикакум. Того, который дает вам риск, он на небеса. В чем проблема? Аллах говорит, ар-Рахману аляль-Арши става, над-Трона става, кайфа става, аль-Истивау ма'лум. А, валькайфу маджхуль. Вассуалу анху бид'а. Не надо спросить, как имам Малик, рахматуллахи алейхи, сказал. Истава, истава. Рука Аллаха, посланник Аллаха, салам, сам в хадис говорит, кроме аятов. Аллах, азза ва джалла, что посланник Аллаха, салам, говорит, яду Аллахи ма'аль джама'а. С джама'атом, с община, рука Аллаха, азза ва джалла. Рука Аллаха, она есть, и толковайте как баракат, делайте баракат, делайте это. В чем проблема? Яду Аллахи, есть барака. Она яду Аллахи. Аллах сказал, и Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, мы знаем, что это яду Аллахи. Как? Лейса ка мислихи. А? Шай. Подобия Аллаха нету. Не надо, яду Аллаха, значит, похож на рука, не знаю кого-то, или на нога кого-то. Нельзя представление даже иметь в голову. Но надо так, как она есть. Ахли сунна валь джама'а, они говорят, они поклоняют кого-то, кого они представляют. А вы поклоняете воздух. Вы поклоняете ничего. У вас ничего поклоняет, просто ветер. А? У вас нет представления. Аллах говорит в Коран, «Ва хуа ас-самиу аль-алим, ва хуа ас-самиу аль-басир, ва хуа ма'акум айнама кунтум». Аллах слушает, знает, слушает, видит, с вами где бы не были. Аллах говорит, они говорят, нет, нельзя толкование аятов. А тогда для чего эти аятов? Для чего они нужны? Затем потом скажет, их намаз не приняты, их Коран не приняты, за то, что мы уверуем так? Нет, мы уверуем так и говорим так же, как ая. «Саяламуна ва сатааламуна гадан маниль каззабиль ашир». Наступит тот день, когда кто знает, кто он врон, лжец, ашир. Ашир это, который сказал это с издевательства, сдевка, да? Смеялся там, вот говорят вот так. И смеяться это, вот это ашир. Это как преступник, говорит Аллах Азза ва Джаль. Мы завтра узнаем, кто есть преступник. Мы завтра узнаем, и будет день Яуми Табсира. День, когда Аллах раскроет и показывает, кто на истинном, кто на ложь. Не надо здесь делать там, как бахси, как диспут. Не надо здесь собраться, убеждать друг друга. Ну, мин бима анзалаху Аллах. Амана Расулу бима унзиля. Илейхи мин раббихи валь муминун. Все то, что он послал Аллаха, мы уверуем в это, молча и тихо. Нусбит кулли ма асбатаху Аллаху ли нафси, или асма ва сифа. Все то, что Аллах подтвердил для себя, мы что? Подтверждаем и поддержим, и порицаем, отрицаем то, что Аллах от себя отрицал. Куль ху Аллаху ахад, Аллаху самад, лам, валам, валам.
لم يلد ها ولم يولد ها ولم يكن له كفوا احد انظر الرسال لم يلد это что ها не родил ولم يولد и не был рождён ولم يكن له كفوا احد а нету никого равного Аллаха, подобия Аллаха нет. Он порицал это от себя. Мы тоже порицаем. Если Аллах сказал, «Вахуа ссамиу л-алим, хуа маакум айнама кунтум, ясма ва яра», мы верим в этого. Аллах говорит, мы верим в этого. И нам дальше не надо делать тауиль. То, что сказали саляф, сказали ахли сунна, сказал посланник Аллаха, сказал сподвижник, мы будем говорить. И это не порицаем. И везде будем это говорить. И завтра есть один день. Не надо сказать, у кого намаз принятый, у кого намаз не принятый. Это только у Аллаха, Азза ва Джалл. «Ман заллази яшфау индаху, илля биизни». Только даже шафа'а с разрешения Аллаха. Нахну ла наттахин, мы не берем наши учителя, как там мост, чтобы пройти в рай, или через них мы этого, целовать руку учителя Бабаду, где этого, мы не берем этого. Даже шафа'а от Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, мы бросим у Аллаха. Чтобы он принял шафаат Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Так сказал. Аллахумма рабба хазихи ад-даъва ат-тамма вас-салах аль-каима ати Мухаммад. Даруй для Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Ати Мухаммад что? Аль-васила валь-фадила, а? Вабъасху макаман махмудан аллази ваадта. А, варзукна шафаату йаум аль-кияма. Нет, всё будет для тебя шафаа. Это всё лишнее в хадисах. Нету. Макаман махмудан иллази ваадта. И все. Дополнительный есть в славе хадис. Иннака ла тухлиф аль-миад. Боистину ты не нарушаешь обещание. Это тоже слабый хадис. Аллази, мы даже бросим Аллаха, чтобы он принял шафаат Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Даровали его аль-васила, валь-фадила, валь-макам аль-махмуд. Высшие степи в рай. Пусть Аллах дарует Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. И каждого из нас. Мы бросим. И он это сказал. Кто это скажет? В достоверный хадис. После каждой азан. А для него будет что? Шафа'а, заступничество от Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому ахли сунна, они соблюдают, они делают. И не надо обсуждать, у нас намаз принятый, у того не принятый. У того намаз Аллаха, азза ва джалл. Ман иллази ятаалла аля Аллах, как в хадис. Кто может дает клятву на Аллаха, или кто может утверждать то, что этот человек намаз принятый шафиити, а у ханафити намаз не принятый, а у маликити намаз лучший, а у того намаз лучший, субханаллах. Это дела Аллаха Азза ва Джалля, мы туда не. Просим у Аллаха Азза ва Джалля, чтобы он принял у каждого. Просим у Аллаха Азза ва Джалля, чтобы он наставил нас на истинном. Оживил только на слово «Ла Илляха Илляллах». И в защите слова «Ла Илляха Илляллах Мухаммаду Расулуллах». «Юхьина алейха, ва юмитана алейха, ва ябъатна алейха, ва ярзукна саламатан фи кулубина, яума ла янфау малум ва ла банун, илля ман ата Аллаха би кальбин салим». Посланник Аллаха Азза ва Саллям сказал то, что «Джаа аль-исламу гарибан, ва саяуду гарибан, а, кама бада. Что дальше? Фатуба лил гураба. Ислам начался как? Чуждо. И заканчивается как? Чуждо. И туба. Дерево в рай, место в рай обещано для людей, которые чувствуют себя, что чуждо. Просим Аллах, Азза ва Джалля, чтобы он сделал нас из этой общины и даровал нам силы держаться за веру в Аллаха, Азза ва Джалля, за тавхид, за слово «Ла Илляха Илляллах Мухаммаду Расулуллах». Джазакум Аллаху хайран, ахсан Аллаху илейкум. Субханак Аллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илляха илля ант, настагфирука Аллахумма ва натубу илейк. Барак Аллаху фикум.